Подготовкой этой площадки занимались целый год. Местные детворе теперь есть где разгуляться. А родителям не придется волноваться, что их дети в поисках приключений могут уйти со двора. Старые качели и карусели не отличались особым комфортом и безопасностью. Зато новое сертифицированное антивандальное оборудование отвечает всем требуемым стандартам. Это сейчас очень важно, на это обращают внимание и жители, и строители, и предприятия, которые занимаются изготовлением. Вот безопасность сегодня стала одним из больших приоритетов в изготовлении оборудования для детей. На торжественное открытие собрались все жители улицы Антонова, где и была открыта детская площадка. Представители соседних улиц пришли поддержать инициативу городской администрации. А дети в первую очередь поспешили опробовать новые качели, горки и карусели. Мне нравится то, что открылась эта площадка. Я рад, что открылись новые тренажеры. Они уникальны и необычны. Мне нравится тут бегать, прыгать. До этого у нас во дворах стоял полный бардак. Ни площадок, ни лавочек, ничего, ни урн, вообще ничего не было. А сейчас вот что появляться начало на Восточном? Вот еще бы сады появлялось, вообще бы шикарно было. В этом году запланировано открыть 10 детских площадок. Часть из них уже оборудовали. Как пообещали власти, до 1 сентября все запланированные детские проекты будут готовы и сданы в эксплуатацию. Мария Колычева, Илья Зиновьев, Новости дня.